начинается вот эта удивительная цепочка взаимодействия всех творческих процессов. Председатель комитета по культуре Ирина Ватрунина говорит о поэзии Бориса Пастернака. «Все яблоки, все золотые шары» – слова, задающие тон открытой в Одинцовском историко-краеведческом музее выставки. Александр Миссерер показывает новую для своего творчества библейскую тему. У меня вот такая сложная тема. Я как-то взялся, потом испугался внутренне. Думаю, как я на слишком высокую волну. Это не для показушности эти работы. Это как бы шло изнутри. Они немножко... как вам сказать? Я очень переживал над каждой работой. Я ее переписывал, дописывал, где-то ошибался. Александр, выработавший свой стиль под влиянием любимых Ван Гога, Писсаро, Модильяни, Мане, проповедовал в творчестве каноны импрессионизма. Легкость, свет, манерность. Но то ли свобода, заложенная полиграфическим институтом, то ли факт творчества отца, могучего художника Бориса Миссерера, а может и особая среда собственного многочисленного семейства, привели к парадоксальной для импрессионистического мышления идее писать библейскую тему. Результат – залитые золотым светом Архангел Гавриил и Дева Мария. Христос в благословении преломляющих хлеба. Какая-то невиданная вспышка поцелуй Иуды в Гефсиманском саду. Напряженная тишина тайной вечери за секунду до предсказания о предательстве. И трагическая, одинокая фигура Спасителя, несущего свой крест в заблудшем море людей. Работы такие светлые, такие, знаете, с многоточием. Работы с многоточием. То есть однажды мне даже сказали, что то они не закончены. Это совершенно не так. Нельзя в такой теме тонкой ставить точку. Здесь каждый продолжает сам. И каждый видит то, что он должен видеть. И я надеюсь, что все видят именно историю, именно в конечном итоге радость и обновление. Эти работы, с одной стороны, да, это какой-то свежий взгляд. С другой стороны, я вот сразу, если бы увидел, я бы сразу сказал, что это Александр. Прям полглаза мне посмотреть. Да, полотна Александра – высокое философское высказывание. А рядом работа жены Анны кажется совсем о другом. О земном, о доме, о тихом переделкинском рае с видом на старый яблоневый сад. Да, там не скучно, хлебосольно, одухотворенно. Александр и Анна – многодетные родители. И понятно, матери семейства писать удается не каждый день. Вынужденные, вроде бы ненужные перерывы наполняются идеями и мыслями. А потом, в тишине, рано утром, пока все спят, выливаются на бумагу или холст. Потому все эти уголки дома, виды из окна на зимний сад, дышат состоянием зыбкого и столь ценимого покоя, трепетной тишины, свойственной предрождеству, где морозная ночь походила на сказку. Хотелось как-то вот действительно не через какие-то вот такие темы, а наоборот от каких-то именно скромных предметов передать как что-то большее, чем можно в них увидеть на первый взгляд. В старинном московском гнезде Миссереров возрос еще один действующий художник – дочь Нина. На открытие приехать не смогла, учеба в ГИТИСе, делая недопускающие отвлечений. Родители не смогли объяснить, как вышло, что воспитанная в известной среде юная Нина не похожа в творчестве ни на одного из родителей. Сила, уверенность, мощь, энергия ее работ, явная связь с дедом. Хотя Борис Миссерер уроков внучке не давал, лишь советы. Крайне серьезная девушка. То есть родители, вам могу сказать, родители совершенно несерьезные. Есть еще один выставочный экспонат. Почти пастернаковские три звездочета, спешащие на зов небывалых огней. Керамические фигуры Марии Винскевич «Волхвы». Черный шамот передает статичность момента, когда пришельцы замерли в ожидании встречи с Мессией. Нынешняя выставка – подарок ценный и своевременный. Камертон для настройки на семейное торжество, на застольный разговор глаза в глаза. Выставку можно посетить в течение 2 месяцев при соблюдении штатных санитарных мер. Ольга Линтер, телекомпания «Одинцова».